Возле большой парковки торгового центра «Дидас Персия», которая находится на улице Куйбышева, совсем недавно появился огромный котлован 3,5 метра в глубину. Его раскопали специалисты Брест-водоканала, которые с начала текущей недели приступили к проведению ремонтных работ, а именно к замене инженерных коммуникаций. Вроде бы и не такие они старые, были заложены в 1977 году, но менять их все же необходимо. Почему? Ответ прост. Во избежание аварийной ситуации, ведь здесь высокая концентрация транспорта, нагрузка выше, а значит и риски серьезнее. В планах у нас переложить в районе 705 метров самотечного канализационного коллектора, который был построен в 1977 году. Чтобы не получилась такая проблема, дабы как на Комсомольской, чтобы не просаживался грунт, то есть мы уже начали немножко заранее все это планировать. Работ много, и по понятным причинам не все из них заметны горожанам. Например, телеинспекция трубопровода. Выполнение этой задачи позволяет специалистам Брест-водоканала не работать вслепую, а замечать и устранять малейшие неполадки сразу на месте. Работы начали 22 ноября, был определен котлован проектом, сняли асфальт, выкопали котлован, паялись трубы длиной по 48 метров. Дальше выкопали котлован, прорезали трубу и по 48 метров толкаем. Также телеинспекция находится в трубе и смотрит, как проходит труба. Телеинспекция смотрит, чтобы труба проходила ровно, где не цеплялась, если какие-то камни подпадали, где-то может что-то такое. На реконструкцию этих инженерных коммуникаций специалистам Брест-водоканала отведено чуть больше месяца, но сами работники отмечают, что пока работа идет без задержек, есть надежда и желание завершить ремонтные работы быстрее запланированного срока, не ухудшив при этом качество. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.